Налоговые уведомления для уплаты имущественных налогов, транспортного, земельного и налогового имущества теперь можно получать на едином портале госуслуг, как и требования об уплате задолженности. Это возможно при соблюдении определенных условий. Пользователь госуслуг должен иметь подтвержденную учетную запись. Порядка 90% – это практически все пользователи госуслуг, это те, кто имеет подтвержденную учетную запись. И второй момент – это необходимо один раз направить из личного кабинета ЕПГУ непосредственно заявление о том, что человек согласен получать налоговые документы на сайте госуслуг. Согласие на подключение услуги нужно подписать усиленной неквалифицированной электронной подписью. Для этого вам потребуется скачать приложение «Госключ» на любой смартфон или персональный компьютер. А далее следуйте нехитрым инструкциям и подсказкам. Все эти приложения и госуслуги, и госключ, они синхронизированы, поэтому там, в общем-то, достаточно все просто. Отсылка идет из одного приложения в другое. После того, как уведомление о необходимости получения налоговых документов от налоговых органов на сайте госуслуг уйдет в налоговую инспекцию, соответственно, примется в налоговой инспекции, будет оповещение на портале госуслуг, что да, ваше уведомление получено, все, после этого совершенно спокойно уже налогоплательщик понимает, что он всегда сможет увидеть свое налоговое уведомление на портале госуслуг. Для этого нет необходимости ему будет выдвигаться на почту за заветным конвертом с нашими уведомлениями. Подключив налоговые уведомления на госуслугах, налогоплательщик узнает о начислениях заранее и сможет оплатить налоги вовремя и без пеней. Без подключения услуги ваш личный кабинет отразит только напоминание об уже имеющейся задолженности.